Ну вот, продолжаем свои передачи. Мы настаиваем сейчас на квартале B2 по-бывшему, а сейчас это 8-й квартал. И вот это вот дом, в котором жили Ларисочка Мирганова, Ларисочка Станолова, Лилечка Кривошеина, еще Лена Кукина даже и Петька Белозуб. Вот. Вот здесь была раньше пустота между их домом и домом Юры Водренкова. А теперь там построили еще, значит, жилплощадь. Здесь одна женщина делает ботанический сад, очень красивый. Сейчас то, что к дороге обращено, почти все квартиры, которые на первом этаже, выкупили и сделали из них аптеку. Вот это вот Академия английского языка, салон красоты. Значит, в одном доме сразу три аптеки. Вот это да, аптечный бизнес процветает. А вот трактор, трактор уже новый, а тележки старые. Советские еще, смотрите, как выпускали хорошо тележки. О, молодцы. Уборщики убирают территорию. Жизнь кипит, несмотря на карантин. Вот этот дом, в котором жил Мишка Пономарев. Подпольное прозвище Бацилла. О, это наша остановка, на которую мы всегда приезжали из города. И сейчас вот я перейду через дорогу. На квартал, который раньше назывался А1. А сейчас он называется 4-й квартал. Да. Вот. Здесь у нас оптовый магазин есть. Раньше здесь ходил трамвай, а теперь здесь трамвайные рельсы убрали и понастроили всякие стоянки, спортивные площадки, ресторан, вот даже Белур. Смотрите, какой ресторан. А на той стороне Оскар ресторан на нашем квартале. Но вон люди идут по тротуару в сторону мебельного магазина. Вот еще 12-этажку построили. Ну, правда, она уже давно стоит. И вот сейчас мы пойдем на квартал А1, с которым связано тоже много теплых воспоминаний. На А1 находился и сейчас там находится кинотеатр Камила Ярматова, имени Камила Ярматова. Сейчас он называется «Азия». Раньше мы туда ходили и смотрели такие хиты, как «Зорро», «Пираты 20 века», «Легенда о динозавре». За билетами всегда было убийство. Доходило даже до поножовщины. Билеты было достать невозможно. Только по тройку, хотя билет стоил 30 копеек. Спекулянты продавали по 3 рубля. Вот какие 9-этажки теперь тут построили. А раньше здесь была пивнушка. Пустырь и пивнушка такая. Уджалила называлась. Здесь сидела шмаровая публика. Курили, бухали. Да...
прям в открытую. Сейчас это запрещено. Сейчас за употребление алкоголя в общественном месте штраф 2 минимальных оклада. Вот так вот. Быстро тут деревья выросли. Вот, растет, еще не поспел абрикос. Абрикос, вон какой абрикосик. О! Вот он, квартал А1. Вот эта дорога на кинотеатр Камилы Ярматова. Раньше здесь были гаражи. Теперь все посносили и сделали вот такие вот стоянки. Да. О. О. О, какая черешня. Завидуйте, россияне. Сейчас она у вас там, наверное, бешеные деньги стоит. Хотя и всегда стоило. Долларов 20 за килограмм. А у нас 2 доллара. Тоже дороговато, между прочим. Такая черешня сейчас 20 тысяч стоит у нас. Вот. Наступила летняя пора. Сезон ремонтов. Везде слышно звуки перфораторов, дрелей. Вот это все продолжается. Квартал А1. То бишь 4-й квартал по нынешнему. А его сейчас волнующий момент для тех, кого детство прошло в Ташкенте. Посмотрите, узнаете, что это такое? Что это такое, а? Это же тутовник. Посмотрите, какие огромные ягоды тутовника. Вон птицы наслаждаются. Вчера я пришел сюда с дочкой, с женой, мы свою простыню растянули, и я ветки подрыгал, и набрали пол ведра за полчаса. Огромный белый тутовник. Помните, как мы сидели на деревьях и поедали этот тутовник? Белый, красный, фиолетовый, черный, какого только нету. Сейчас попробуем одну ягодку найти, такую хорошую, чтобы вам показать. Ну ладно, вот-вот, на земле, смотрите, какие. На земле валяются. Даю гарантию, многие из вас сейчас бы отдали 100 долларов, чтобы залезть на это дерево и покушать тутовника. А? Не так ли, северные люди? Вот он, вот он, вот он. Посмотрите. Вот он. Вот он. Вот я его прям рукой беру сейчас и в рот так засуну. Опа, опа. 2 сразу. О, за ваше здоровье, дорогие россияне. Как говорил ваш президент. Тун-тун-тун-тун-тун. Угу. Да. Все. Вот вишня только начинает поспевать. Вот шпанка уже почти поспела. Ташкент, да. Люди любят цветы. Вот. Детская площадка
третьего дома. Какая маленькая площадка. Неужели так мало детей? Сейчас машин больше, чем детей. Все отдано под власть машин. Это кошмар какой-то. Вот лепешечный цех. Работают люди. О, какой прекрасный розарий. О, какая шпанка. Какая роскошная шпанка. Посмотрите, дорогие россияне. Вот, какие прекрасные цветы. Сейчас я иду в сторону базара. Яблоки клонятся до земли. Иногда еще попадаются такие места. Да. И вот сейчас я иду и снимаю круг. Ненусабадский наш круг. Развязка транспортная, откуда все едут в разные стороны. Из города приезжают и едут влево на завод «Зенит», прямо Черняевку, направо Мегапленет –